Компания «Энергосфера» представляет трансформатор ТВЛ-10-2. Это встраиваемый измерительный трансформатор тока. Предназначен для уменьшения высоких первичных значений тока до значений, пригодных для измерений. Устанавливается в комплектных распределительных устройствах на номинальное напряжение 10 кВт. Технические характеристики трансформатора ТВЛ-10-2, номинальное напряжение, номинальный первичный ток, номинальный вторичный ток, класс точности, номинальная вторичная нагрузка, масса. Трансформатор имеет вид опорной конструкции. Содержит магнитопровод, первичную и вторичные обмотки. Каждая из вторичных обмоток расположена на своем магнитопроводе. Компаунд обеспечивает надежную защиту от механических повреждений и атмосферного воздействия. В основании трансформатора имеется 4 отверстия для крепления на месте установки. Купить трансформатор можно, позвонив по телефонам, указанным на нашем сайте.